Коняев не новичок на сцене. Мальчик занимается в хоровой капелле мальчиков, и количество концертов, в которых он участвовал, не может даже посчитать. И вот от коллективного музицирования он решил перейти к сольному. Стал участником проекта «Студия звезд». Музыка для него – источник энергии. Это хорошо, и мне говорили, что она продлевает жизнь. 2,5 месяца Миша вместе с остальными 8 участниками студии звезд готовился к концерту. Занятия эстрадным вокалом, хореографией и актерским мастерством. Для того, чтобы стать звездой хотя бы и районного масштаба, нужно немало работать. Результаты работы можно было увидеть в интернете и проголосовать за понравившегося участника. Больше всего пользователям глобальной сети понравился именно Миша. А вот приз зрительских симпатий на концерте завоевала 19-летняя Алена Жильцова. Гитара вполне могла бы быть настоящей. Алена владеет инструментом уже несколько лет, а сколько себя помнит, поет. Сначала детские песни, теперь эстрадные, причем в рок-варианте. Мне очень нравится, что она в гитарной обработке сделана, поэтому я ее выбрала. Я слушаю рок, и поэтому вот я люблю такие песни, в общем. Концертная конкурсная программа студии звезд под названием «Снег кружится» была посвящена Новому году. На сцене елка, а в финале концерта появился Дед Мороз. Его пожелания и передаем вам. К Новому году готовиться надо, а вам желаем в Новый год побольше предпраздничных хлопот. А мы с вами встретимся в сам Новый год.